Всем здравствуйте, с вами Вер, и сегодня я выложу свое первое видео на канал. Оно будет называться «Знакомство». Буду с вами знакомиться. Мне 11 лет, да. 11. Было прям 11, да. Учусь я в 5 классе, и так понятно. Вот, зовут меня Бир, пока я свое настоящее имя я не буду говорить. Да, пока только, ну, меня будут называть все Биром. Еще буду снимать со своими друзьями. Это будет у нас Хонплей и Бобер, и еще Зоркмен. Может быть, Зоркмен. Это one of my кот. Вот. Что же я хотела сказать? Да, это было знакомство, вот. Что я буду снимать? В основном я буду снимать разные игры, а еще я буду снимать такие всякие очень убогие игры, очень просто нереально убогие игры. И сейчас. У меня уже, кстати, есть канал на ютубе, он называется BeerGTR. Да, BeerGTR, господи, что за название? Не знаю, Бир, я сам придумал, вообще как-то случайно получилось. Сейчас я все свои старые видео удаляю. Так. Учат какие-то игры, это вот это вот. Ой, игры, видосики. Все, абсолютно все старые видео просто, пум, удалить. Вот, просто игры там удаляются. Удалим. Все, все, видео больше нет. Это мой новый контент. Да, скоро все будет. Все будет очень хорошо. Видео уже идет 2 минуты. Вроде все, что я хотела сказать. Ну да, я буду снимать игры, блоги. Не знаю, что еще. Еще много всего буду снимать. Да. Butterfly челленджи буду разные снимать. Больше всего челленджи будет. Да. Да, челленджи будет все. Вроде все, что я хотела вам сказать. Да, это мое первое видео. Не знаю. Ну да, наверное. И что я хочу вам сказать? Приветствие у меня, да, будет типа всем нравится с вами Бир, именно вот так вот. Это чтобы научился сделать, так вот так вот могу. Да, вот так. Это все мастерство просто. Да. Еще вот так вот. Ну, они вот горы, как я чего умею. Это скучно. Нереально просто скучно. Все, ну что, случится, я там уже... Нет, вообще темно. Ну и все, ребят. Всем удачи. Всем дайте.